Приветствую всех на своем канале. С вами Барельченко Татьяна и долгожданное для многих, наверное, для меня тоже уже видео о расхомячке. Причины расхомячки никакой особенной нету. Ну, обычно банальная забарахлилась, много набрала, где-то не рассчитала сил. Ну, буду, может быть, комментировать немного. Но, собственно говоря, все мы, наверное, этим страдаем, и я решила немножечко, ну, продать то, что хотя бы в ближайший там год-полтора вышивать не планирую. А что-то передумала. Много я покупала на самой заре своего творчества, своего хобби, начала своего хобби, и теперь это уже мне не нравится. Ну, таких наборов практически нет, но, тем не менее, и они попадаются тоже. Начну с наборов, которые... Немножечко есть у меня ниточками наборы. Ну, как-то не подрасчитала. Вот такой единорожек. Я его продаю за 210 рублей. Как купила, я его покупала в группе ВКонтакте, по-моему, у тетушки Совы, если не ошибаюсь. Безумно нравится вот этот вот красавчик. По-моему, как он называется? Джентльмен, летающий джентльмен или как-то так. В общем... Очень мне нравится. Ну, не вышиваю я ниточками, переоценила я свои силы. Долго еще я за него не возьмусь, очень долго. Поэтому я его решила продать. Купила я его за 270 рублей. Так, этот симпатичная тыковка. Ну, кому-то симпатичная, кому-то не очень. 290 рублей я ее покупала и также, соответственно, продаю. Да, не вложила я нигде доставку. Ну, ладно, бог с ним. Вот этот ловец снов я очень хотела вышить для мужа в машину в качестве вот такой штучки болтающейся, да? Почему там не хотелось? Потом моя любовь к совам, наверное, многим известна. Немножечко поохладела я к ним. Нравится ловец снов и с удовольствием бы его вышел, но появились ловцы от волшебной страны, и, соответственно, мне уже не хочется этого вышивать, вернее, вряд ли скоро захочется. Цена, я его покупала за 470 рублей. Так, продаю я вот такой набор, декоративная подушка от ВДВ, артикул TN0720, набор полностью, наверное, надо чуть повыше поднять, набор полностью укомплектован, ну, он легко вот открывается, если мне вам его открыть, здесь есть одна... В общем, здесь все есть для того, чтобы собрать подушку. И сторона изнаночная с молнией уже вставлена, и пайеточки, и бисеры, и стеклярус, в общем, все. Единственный нюанс, ко мне уже пришла вот такая вот один уголок поломанный, да. Если вы на подарок, то придется, наверное, скотчиком прозрачным или чем-то соединить. Этот набор я продаю за 1000 рублей, я его купила, может быть, рублей за 800, за 900, я не помню точно, но если не продастся, оставлю, буду вышивать сама. Ну, в общем, вот так он выглядит, такая коробка. Вот. Дальше. Небольшой опыт у меня продажи моих наборов, поэтому я волнуюсь немного. Роскошные розы. Я увидела, по-моему, Татьяна вышивка от души, если не ошибаюсь, вышила этот набор. Ну, я долго думала, купить его или нет. Купила все-таки, пошла у себя на оптовом складе. Купила его в районе 1200 рублей. Не в районе, а 1185, ну, 1200 рублей. Да, я его так и буду продавать. Что меня останавливает для того, чтобы вышить этот набор? Здесь вот эта часть... Обычный бисер вышивается, вот эти розы вышиваются ювелирным бисером. Поняла уже, что не тяну я ювелирный бисер, что очень тяжело, поэтому все-таки решила я его продать. Если он продастся. Не продастся, то надо его начинать вышивать очень быстро, потому что все хуже и хуже с глазами, поэтому ну, не хочется на ювелирном бисере потом напрягаться. Так, дальше. Как-то на выставке я увидела этот набор, «Дерево времен» называется. Это просто вышивка, это не часы, это при желании, мне кажется, можно сюда вставить часовой механизм, но просто заворожило меня это дерево, я его увидела вышитым.
Когда оно пришло, набор не распаковывался, естественно, здесь на атласе, компания Butterfly. Артикул 371, полностью 33 на 26 сантиметров, вот такой вот набор. Мне он безумно понравился отшитым, и я купила его. Но когда он пришел, почему-то мне его не захотелось. Вот бывает такое, да? Я вот просто его не захотела. Он, наверное, очень красивый будет, потому что я его увидела, когда на выставке Handmade Expo у девочки снимали. Тут помощница моя пришла, помогать мне будет сейчас. Она такая, оно такое объемное был, этот работа была красивая, а пришло что-то я как-то вот. Я думаю, есть тут причина. Это шов назад иголку, который я не очень люблю. Вот пришла моя красота и вот прям хочет внимания. Так. Что касается вот этого набора от компании «Черивна мыть», «В глубине леса» называется, размер 30,5 на 43,5 сантиметра. Меня очень сильно подкупило то, что здесь вышивка выходит за рамки, как бы, да, вот как объемная вышивка. Мне очень понравился этот набор. Я его покупала... Вот честно, даже вот вам не соврать, я его покупала в розничном магазине. Потом в оптовом увидела, подрастроилась, но нашла цену в оптовом магазине. И 1285 рублей, 84 рубля стоит, я 85 округляю на рубль. Поэтому продаю по этой цене, понимая, что не скоро за него возьмусь. Но, честно говоря, он мне очень нравится. Проработка у «Черивны мыть» отличная. Иногда бывало, что... Вернее, один раз у меня было, что мне не хватило бисера, да. Я им написала, они мне продиктовали артикул. Но, вообще-то, грешат они этим самым делом, что не хватает то ниточек, то бисера. В общем, я вышивала от «Черивны мыть» на чистой канве. Там в смешанной технике были сирень, может быть, кто помнит, не помнит, попробую ссылочку оставить. Там хватило мне и ниток, и бисера, даже много очень осталось. Ну, я много вышивала черевномытия раньше, поэтому мне всегда хватало. В одном наборе, вышивая мою кошку-сфинкс, мне не хватило. Ну, бывает. Так что, на всякий случай предупреждаю, но в целом, я думаю, что это будет очень объемная, красивая работа, да, потому что вот это все выходит вот как бы за рамки, вот такой 3D-эффект. И... Еще один от «Черивны мыть» набор. Он скрывался. Я его безумно хотела вышить. Безумно. У меня были планы на интерьер. Называется «Замок» 32 на 23,5 сантиметра. B691 артикул. Отсвечивает вам, наверное. Я видела его отшитый. Он очень-очень красивый. Очень красивый. Потом я решила купить к нему пару. Не могла найти, мне не нравился ни один замок. Этот замок действительно выглядит как на горе. Вот прям вот как он здесь выглядит, вот так, да. Вышивается полностью замок, зелень, не вышивается небо. Дело в том, что я даже купила к нему от ВДВ, я вам попозже покажу еще один замок. Я его тоже, наверное, продам, если продастся. Не могу сказать, что он мне разонравился. Нет, теперь я просто не знаю, ну, куда его повесить, собственно говоря. Да? А так безумно интересная работа, объемная, живая. Если бы я не увидела его отшитым, я бы его не купила. Очень нравится мне. А, я вам не озвучила цену. 1602 рубля. Вот так я его покупала. Нова Слобода. Мои рыбки. Они как-то уже примелькались. У меня вот девочка одну купила. Я вот отправить ей хочу. Ну, просто написала, что мне ваши рыбки очень понравились. Один набор. Вот таких два набора у меня есть. Это триптих. Это обычная картина. Я хотела когда-то с рыбками оформить ванну. Ну, теперь я ванну оформляю с корабликами, поэтому я решила эти наборы продать. Я тоже видела их отшитыми. Это просто что-то с чем-то. Я вот эту... Не помню, а вот эту вот я прям, она такая четкая. Так, этот набор 865 рублей был куплен в оптовом складе. А этот набор вскрывался, естественно. Ну, просто было любопытно, 1000 рублей он стоит. Ну, по-моему, даже чуть больше стоил, 1100, я его просто округлила в меньшую сторону, чтобы уж прям совсем... В общем, вот такая красота. Очень красивые
рыбы, на самом деле объемные, ощущение движения присутствует в вышивке. Я говорю, прям безумно, когда увидела, мне понравилось, думаю, все, буду оформлять ванну. У меня большая ванна, и в ней бы они, главное, по цвету, они очень хорошо, здорово вписывались. Если эти рыбы не продадутся, возможно, я поменяю интерьер в ванной, сниму этот кораблик. У меня просто шторы с корабликами, и поменяю вот на рыбок. Почему бы и нет? По крайней мере, вот этот триптих, ну или эту рыбёху. В общем, замечательные наборы, они такие живые. Да, размеры я вам не сказала, но вы сами вот посмотрите, да, размеры указаны. Две картины 18 на 25, одна на 18-50. И этот размер 30 на 24. Не озвучила цену этой. Так, озвучила 865 рублей, это 1000 рублей. Если продолжить тему рыб, вот такой есть у меня набор от Панны. Это такая праздничное настроение, называется 30 на 30. Ну, такая немного отсвечивает очень сильно, потому что пакет пластиковый, да? Бисерная коллекция Панна. Пришел муж домой, и у нас собака гостит, вот так встречает всех входящих. В общем, уровень сложности 2 звездочки, то есть не самый сложный. Набор полностью не распаковывался. Ой, а где же я цену на него написала? 1380, вот. Вот так он стоит. И, ну, очень интересно, необычная вышивка на напечатанном фоне и какие-то вот такие вот абстракции. Ну, безумно, в общем, интересная работа. Ну, вот как-то под влиянием какого-то порыва купила. И вот теперь, наверное, не буду вышивать. Ну, по крайней мере, по ближайшие 100 лет. Что же я хочу еще продать? Девочки, я хочу продать вот эту шкатулку «Фантазия в гжели». Эта шкатулка стоит 600 рублей. Но хочу предупредить сразу, что вышивать ее нужно при большом желании, имея хорошую тоненькую иглу и не одну в запасе. Ну, или пройтись просто дырочки чем-то чуть-чуть более толстым, да, шилом. Ну, в общем, помощник вам понадобится обязательно, может быть, даже наперсток, потому что все, кто вышивал, отзывались. Ну, вообще, вышитая работа, конечно, безумно красивая, там, где я покупала, стоят все эти коробочки, у меня были разные они. Но вот решила не вышивать я на дереве, что-то как там. Ну, вот не захотелось, да, возиться. Хотя все, кто отшивал, конечно, результатом очень довольны. Хотя процесс был не самым простым. Вот, 600 рублей. Такая полностью шкатулочка. Она сейчас в разобранном виде. И можно ее вышить, собрать. Внутри, по-моему, ала-белочка, если я не ошибаюсь. Кстати, моя идея была такая же точно. Отделывала какой-то мягкой тканью. Есть у меня вот такой заготовочка а-ля набор. Я его называю, когда-то я купила на холсте, это от Абрисарт холст. Очень красивый розовый лотос, и даже подобрала к нему бисер. Подобрала весь бисер, кроме одного оттенка. Ну, вот как-то, видимо, или не нашла, или, может быть, забросила, не помню. Я хочу его продать, собственно говоря. Могу прям вот со всеми цветами бисера продать. Ну, что такое? Семья, ну, время, понимаете, вечеринки, конечно, все ходят, всем хочется с мамой пообщаться, включая нашу красотку. В общем, отступила от темы, простите. Я могу продать эту заготовочку отдельно, она стоит что-то 153 рубля, а могу продать с бисером, примерно это выходит, общая сумма 330 рублей. Один цвет, ну, не знаю, по ситуации, если он у меня есть, я могу его досыпать, если чуть-чуть подорожает. Если не у меня его нет, то найдете сами, купите. В общем, смотрите, небольшой размер, вот вышивается только вот этот вот лотос, вот эти лотосы не вышиваются, да? Но в целом, кто хочет попробовать вышивать на холсте, пожалуйста, пробуйте. Так, есть у меня еще маленькие наборчики. Вот такой наборчик от Милхил есть у меня. Вот. Я его когда-то покупала. Здесь даже цена приклеена. 290 рублей. 290 рублей. Я его хочу продать. Вот не хочу я его вышивать. Из Милхила я хочу вышить конечки и несколько елочных игрушек. Я бы точно. Но не могу пока это найти. Буду искать на Димшоп. Поэтому вот пока
Вот этот наборчик я хочу продать. Он на перфорированной основе. Тут в набор входит магнитик, бисер, ниточки. Ну, в общем, все как положено. 290 рублей Милхил. Если говорить о новогоднем, вот такой еще есть у меня деревянная заготовочка «Золотая звезда». Ну, я не помню, сколько стоит, может, 250 рублей, но пусть она 250 рублей так и продастся, да? Вот такая игрушка «Золотая звезда». Она, правда, очень красивая. Тоже почему-то, это от компании «Созвездие». Почему-то хотелось мне ее вышить и расхотелось. Ну, так бывает, да? И еще я покупала у Бисеринки. Это та же компания «Созвездие», та же компания «Хобби Про». Ну, просто это вот такое ответвление. Бисеринка рассчитана, видимо, ну, на возраст чуть поменьше. Когда-то я хотела в детский сад, я думала, они да выпустят еще несколько матрешек, но, увы, они остановились на только на одной, и мне оказалось, ее некуда вышить. В общем-то, эта матрешка, у нее очень красивая основа, она с такими вот красивыми разводами, и посередине вот такая вот яркая красивая кукла. Ну, в общем, этот набор стоил 260 рублей мне. Так что, пожалуйста. Почему этот набор я предлагаю, вернее, эту заготовку от Tella Artis я предлагаю, вот еще одна, как набор, потому что в обоих этих заготовках уже подобран бисер. Подобран он по весу, по необходимому количеству. Я так заказывала. Tella Artis, производитель. Один называется «Стимпанк Сова», второй «Стимпанк Дракон». В этом 7 цветов бисера наборе, в этом 14. Что я хочу сказать? Эта заготовка стоит 285 рублей, а эта заготовка стоит 276 рублей. Но поскольку в этом и в этой заготовке есть бисер, примерно я посчитала, взвесила его, посчитала, что здесь бисера на 360 рублей, а здесь бисера на 240 рублей. Поэтому я вам предлагаю его купить как набор, но чтобы самим уже не подбирать. Все полностью по артикулу. Я увидела, честно говоря, у кого-то из девочек на YouTube эти работы отшиты. Мне показалось безумно красивым. Сначала был дракон вышит, а потом я увидела вышитую сову. Конечно, это было нечто. Я так сразу загорелась, захотелось мне, но я не понимаю, куда я могу их применить. В общем, вот такие обалденные два набора Tella Artis, ну, набора в кавычках. Сами посчитайте сумму, да, 276 и 240, а здесь 285 и 360. Так, следующий набор, он же последний, по-моему, это, видите, нету верхней пленочки, это от Матрёниного посада, вот такая шкатулочка, заготовка. Я думала, что я вышью ее на подарок, но теперь мне что-то как-то не хочется. Здесь вот полностью есть инструкция, включая букву необходимую вам, да, нитки для пришивания бисером, нитки мулине и, собственно говоря, сама вот эта вот штука. Конечно, над этой шкатулочкой надо будет поработать еще, покрасить ее или покрыть лаком. Вот такой у нее красивый замочек. Кто не пробовал еще, 700 рублей стоит такая шкатулка. Я ее покупала за 700 рублей, по-моему, если не ошибаюсь, на тетушке Сове. Очень-очень-очень давно. Прям очень давно. Ну, из набора все. Теперь я покажу вам все, что я хочу продать из заготовочек. Кому-то понравится, кому-то нет. На все, по-моему, на все случаи жизни у меня здесь заготовки. Ну, во-первых, флизелин, да. Водорастворимый флизелин от княгини Ольги есть у меня вот такой. За 78 рублей я его покупала. И вот такой от княгини Ольги за 225 рублей. Мне думалось, что я вышью какие-то салфеточки, скатерти, вот видите, да, какими-то элементами. Ну, здесь вот типа на блузочку предлагается, но вот.
Есть водорастворимый глизелин от конфетти. Букет роз называется. И стоил он мне 147 рублей. Так. Безумно красивая от Каролинки. Метраж нити в два сложения. Тут вот есть даже вот такой водорастворимый флизелин. Указаны и цвета бисера, и цвета ниток используемых. Вот такой водорастворимый флизелин. Это вот для салфеточки, может быть, вышить, да, для центра скатерти какой-нибудь. Стоит этот растворимый флизелин 130 рублей. Так, следующее. Безумно симпатичные. Обложка на паспорт, вышивка полная. От производителя Юма 150 рублей она мне стоила. И от производителя вышитый Мрей. Если не ошибаюсь, вышитый Мрей, по-моему, вышитые мечты. Но если я не ошибаюсь, это 159 рублей стоило. Ну, собственно, 160, да? Вот такая вот полная зашивка, вот такой смайлик. Бывает такой еще розовый. Розовый мне дарила Рамиля. Привет тебе большой. Я все никак его не соберусь вышить с кожаной основой. И еще небольшая заготовочка. Галстук-бабочка от Красуня. Вот такая симпатичная галстук-бабочка. 195 рублей она мне стоила. Здесь не указаны цвета бисера. Здесь указаны цвета бисера. Здесь подбираете самостоятельно, насколько я помню. Да, здесь вроде бы самостоятельно. В общем, вот такие три милых небольших заготовочки. От МП Студия я когда-то покупала вот такого ловца снов. Симпатичный довольно-таки совенок. Но почему-то я хочу его продать. Я его купила в надежде, что я его вышью. Даже недавно обещала его маме, по-моему. Но подозреваю, что это не в ее вкусе, и мне надо будет заменить его на что-то другое. Значит, цена 195 рублей я покупала в тетушке Сове. Размер. Здесь артикулы бисера, по-моему, даже ниточки указаны. Артикулы бисера прециоза, златка, пожалуйста, вам. Гамма, даже гамма есть. Да, бисер. Это бисерная заготовка, ниточек здесь нету. Ну, вот, собственно говоря, размер работы, ну, примерно, я не знаю, 25 на 25, что ли. Ну, тут нет размера, я вам так примерно говорю. Симпатичный совенок. Дано. Вот такая вот красота. В мыльных бульбашках, ну, наверное, в мыльных пузырях называется. Вышивки здесь немного. Это формат А4, обычный формат А4. Так, надо немножко вам развернуть, чтобы было удобно смотреть. Вот такая красотулька вышивается, в ванной лежит. Вышивается полностью коврик, ванна, душ и белье. И пузырики. Мне хотелось бы ее вышить, будь она чуть поменьше. Но я нашла от по мотивам Гапчинской примерно такую же картинку. И поэтому она чуть поменьше, как раз то, что мне нужно. Поэтому я эту картинку вышивать передумала. От Даны у меня еще есть вот такой бордовые розы. Букет вот так он расположен. Ну, формат тоже А4. 100 рублей он стоит. Да, кстати, я вам не сказала, что они по 100 рублей. Вот этот, ну, 105, что ли, там рублей, по 100, да? Вот такой букет 100 рублей. И от Даны есть еще один у меня букет. Чайные розы. Очень-очень красивый. Сейчас я вам покажу, как он. Вот такой. 165 рублей он стоит. Безумно красивый. Ну, естественно, артикулы бисера указаны. Этот уже А3 форматом. Этот букет. Так. От Мика. Есть у меня вот такая фоторамка. Почему я ее решила продать? У меня одна осталась рамка. Ну, просто она оказалась довольно большая. Для меня это формат скорее А3, но больше, чем А4 однозначно. Стоимость этой фоторамки 180 рублей. Вот это полная зашивка. Артикулы бисера не указаны. Придется вам самим потрудиться. Но от этого она не становится менее симпатичной. Поэтому, ну вот рекомендую, я оставила себе все-таки от Мики чуть поменьше рамочку. Не ожидала, просто когда она пришла, я не ожидала, что она такая крупненькая. Так. Сила жизни. Безумно красивый от страны рукоделия сюжет.
Это холст. Здесь указаны артикулы бисера. Всего 7 цветов. Артикулы бисера прициоза, да? Красивый олень. У него милая, премилая мордашка. Вот. Ну, кто хочет повышивать на холсте. Подруга у меня вышла. Мы брали вдвоем с ней такого. Она мне показала. Все, я насладилась и вышивать не хочу. Вот так случается. Так. От производителя Мосмара. Вот такая Богородица с младенцем. Указаны артикулы бисера в 19 цветов. И размер 25 на 35. Вот такая красота. Что же случилось? Почему я передумала ее вышивать? Потому что несколько таких сюжетов подобных у меня есть. Ну вот, еще один будет на религиозную тему сюжет. Сейчас я его поищу, где он у меня потерялся. Ну, собственно, и не важно. Не могу найти, покажу попозже. Ну вот передумала. Просто вот передумала и все. Стоимость этой работы 213 рублей. Ну, 215, давайте, да, чтобы уже эти там 2 рубля. 215 рублей. Так. От орхидеи у меня есть. Придется сейчас его вытащить, потому что он здесь в сложенном виде. Ключ счастья. Если вы помните, я вышивала ключ мудрости. И к нему я брала вот такой ключ счастья. Очень красивый. Я его здорово оформила. Но почему-то решила ключ счастья не вышивать. Хотя мне так нравился этот сюжет. Но как-то вот все уже. О, что значит, дома поселилось большое лохматое чудовище. Но очень-очень доброе. Здесь указаны 12 цветов бисера, но они не указаны, они просто названы там топаз, светлый топаз, кофейный и так далее. Но у меня есть уже подобранный ключ, вот такой, в таком виде, не очень приглядном, от руки написанным. Тем не менее, я даже какой-то бисер покупала, но бисер у меня весь не подобран. Я могу дать воспользоваться этим ключом. Пожалуйста, можете подобрать свой. Цена этой работы, а сколько? 222 рубля. 225 рублей. Округлим, да, большую сторону на 3 рубля больше. 225 рублей. Кому нравится, пожалуйста, обращайтесь, пишите. Да, что касается того, как мы будем с вами связываться. Вконтакте я, наверное, сфотографирую, открою альбом с хомячком. Очень постараюсь это сделать в ближайшее время. И, собственно говоря, он меня и держит, чтобы это видео выпустить. И вы мне будете там писать. Бронь не будет. Бронь будет только на то, что не продалось, да, там попозже. А на то, что будут хватать сразу, и, ну, как разбирать сразу, я, конечно, бронь держать не буду. Ну, в любом случае, договориться можно всегда. Пишите мне, там будем решать. По отправке. Отправка стоит, если самая простая бандеролька, и вы заказали одну заготовочку, это стоит 100 рублей. 100 рублей в конверт. А, ну и стоимость конверта, простите меня, да. Ну, бывает 150, да. Ну, до 250 рублей, я думаю, мы уложимся. Если вы набрали много и там что-то тяжелое объем, но, к сожалению, это до 300 рублей даже доходит. Ну, будем решать в каждом конкретном случае договариваться с вами. Так, поехали дальше. Да, писать мне нужно будет, наверное, в личку. Я, наверное, комментарии закрою под этим альбомом. Семейное дерево. Я делала с ребенком как-то семейное дерево, оно стоит 120 рублей от княгини Ольги. Схема зашивается все полностью. Это полная зашивка формата А4. Не вышиваются только вот эти окошечки. Сделали мы семейное дерево, очень много раз уже его использовали, из фетра я делала, там вставляла фотографии, и почему-то мне захотелось. Ну, во-первых, на украинском языке написано семейное. Ну, так бывает, да, вот ошиблась я, наверное. А может быть, магазин ошибся, ну не будем вдаваться в эти тонкости, неважно. Если кому-то нравится, девчонки, 120 рублей, пожалуйста, забирайте, все можно подправить, даже слово семейное можно написать, переделав, да, его. Вот, пожалуйста, кому нравится и кому может быть необходимо. Нам очень часто пригождалось в школе или в садике и сыну, и дочери, ну, в общем, часто мы пользовались этим делом. Как-то по какой-то совсем недорогой цене прокопец на холсте. Вот такие сюжеты. Этот сюжет называется «Сельский пейзаж».
Формат А4, вышивка, ну, вышивается вся вот зелень, да, собственно говоря. Зимнее место, ну, не знаю, как переводится, как правильно сказать, тоже на холсте. Да, сразу хочу сказать, что артикулы бисера указаны. Здесь 15 цветов бисера, здесь 10 цветов бисера. И есть еще сказочный дом, вот такой вот. Я купила эти сюжетики совсем недорого, думаю, ну, на подарок кому-то быстро, да, вышить можно. Но разочарование меня постигло, что мне не хватило вышивки. Вот как-то не хватило и все. Вот здесь совсем крыши вышиваются, елочки, водичка и немного на мосту. Вот здесь чуть побольше. Вся зелень вышивается, какие-то вот элементы, да, дорожки. Ну, в общем, по 100 рублей эти три сюжета от Прокопец. Кто хочет, пожалуйста, девчонки. Ну, холст, да? Кто любит? Артикулы бисера везде указаны. Ой, будете смеяться. Опять от Дана. 100 рублей цена. Такой сюжет. Указанные артикулы бисера. Купила винксы. Ребенок уже мой перерос эти винксы. Но я их покупала. Хотела сделать обложку на альбом. Или на обложку на... Ну, собственно говоря, одну винкс или две я вышила. Две мы вышили, да. И что-то они так... Я даже не знаю, где они повисли в воздухе. Даже... Не сшила из них ничего. Не знаю, почему так случилось. И вот, честно говоря, вот этого винкс я хочу продать, потому что я знаю, что вышивать не буду. 100 рублей она стоит. 14 цветов бисера, артикулы указаны. Пожалуйста, если интересно. Вот вы знаете, такой формат, он вот так развернут. Ну, если кто-то хочет, может быть, в сумку, да, сумку сшить ребенку. А почему бы и нет? Ну, не продастся, я, наверное, так и сделаю. Так. А, вот она, странствующая Мадонна. От Благовес. Стоит 130 рублей, но 129-130 рублей, да? Здесь не указаны артикулы бисера, всего их 14. Я увидела много-много отшивов и фотографий в Инстаграм, и, по-моему, на YouTube. У меня двоякое чувство к этому сюжету появилось. Именно... по отбору бисера, и у меня вот какой-то прям ступор разочарования, и я впечатление испорчено. Я решила вот его продать, этот сюжет. Странствующая Мадонна. Цена 130 рублей. Так, ну и к тому набору, о котором я вам говорила, с замком. Шум водопада называется. 205 рублей. Это от компании ВДВ. Указаны артикулы бисера. 25 цветов указаны артикулы бисера. А3 формат. 29 на 40 размер. Вышивается полностью вот этот низ. Полностью. Не вышивается только вот это небо с горами. С горами. Фу, правильно. Что я хочу сказать. Здесь указаны артикулы бисера в трехзначном обозначении от ВДВ. Но я, правда, в таком состоянии безобразном. Я же для себя делала. Перевела уже весь этот бисер, перевела в, собственно, в пятизначное значение, да. Здесь есть дополнительная схема, дополнительно флизелинчик. Замечательная такая схема. Эта схема стоит вот 205 рублей. Ну, это я как купила, поэтому я так продаю, да. 205, казалось бы, что смешное, но она уже либо 200, либо там. Ну, вот так получилось. От черевномытия. Был еще третий, но все-таки, знаете, как вот так его. Решила я все-таки продать вот эти два сюжета. Они по 153 рубля, купленные мною в магазине. Или «Золотая нора», или «Колочка», я не помню. Вот, я вам показываю. Такая акварельность, размытость, это на авторской канве. Собственно, вышивается сама роза и листья, а вот фон не зашивается, и от этого такой объем. Вообще, честно сказать, черевная мыть мне очень нравится вышивать. Мне нравится их габардин. Размер у этой розы 17 на 31, у этой 19 на 29,5. У них бисер, проработка идеальная. Здесь 15 цветов, здесь 16. Вот, но почему-то вот, видите, как фон какой красивый. Но я оставила себе еще букет роз из этой серии. Но эти решила, ну куда столько роз, ну вот куда столько роз. Я поэтому вот и от данной розы решила продать, потому что накопилось роз очень много. Видимо, я даже не ожидала, что я так люблю эти цветы. И от черевномытия я в свое время не могла найти рыб, нашла только вот эту рыбу.
как она называется, я не помню, 29,5 на 21, 22 цвета, тоже на авторской канве, очень красивый аквариум такой, да, вот, поближе вам покажу, вот так это выглядит, как эта рыбка называется, я не помню, и названия нету, вот, габардин тоже, авторская канва, я думаю, что это будет вам тоже интересно, 153 рубля стоит, и эта заготовочка тоже. Ой, вот этот павлин, это прям красота-прекрасота. Чем же он хорош, этот павлин? Вышивала Галина Агеева, она выкладывала его оформление, это меня подкупило безумно. А третьим форматом его назвать сложно, но больше А4. Здесь бисер пришивается в различных направлениях. Здесь указаны артикулы бисера. Это все от Butterfly. 198 рублей, ну 200, да, 2 рубля округляем. Настолько разные техники. Когда Галочка Агеева оформила его, она его еще лаком побрызгала, я так помню, если я не ошибаюсь. Она за раму с дорисовкой, причем дорисовывала сама. Вот я говорю, талантливый человек, талантлив во всем, большая умница, она очень творческий человек, я люблю ее. И вот этот, я смотрела на этого павлина, он весь в золоте, он горит, играет, ну я не могу, он очень красивый. Но я пришла к тому, что ну шов назад иголку, ну и так у меня слишком много наборов в этой технике, я решила не вышивать этого павлина. Я хочу павлина от Золотые ручки, который вышел новинка, по-моему, там, ну безумно красивый, безумно большой и дорогой. Ну, я думаю, что я до него созрею. Поэтому этот павлин идет у меня с молотка. Девчонки, покупайте, не пожалеете. Красивый, прекрасивый. Так. Тела Артис. Ой, как она мне нравится, эта заготовочка. Мечта о саде и огороде. 276 рублей я ее покупала, но пусть это будет 280 рублей. Здесь 33 артикула бисера, они указаны. Очень красиво, не вышивается только вот этот фон, да, все вышивается, гортензия и леечки, и ведерки, и кресло со шляпой. Ну вот, нравится мне этот сюжет. Дальше. Тела Артис, панелька, 295 рублей. Вот такая панелька, я ее не могу уместить. Это чашки с розой. Я видела и в темном, и в синем, и в черно-серых. Фон вот этот, да. Здесь очень красивый фон. Любит Элла Артис такой фон делать. Когда вышьются все эти чашки, я видела их вышитыми. Здесь 20 оттенков бисера, все они указаны. Это получается такая красота живая. Вот это золото все на чашках. Знаете, как вот посуда расписана золотом, мы не можем ее поставить в микроволновку. Ну, прям красивый. Я когда увидела их, но у меня два похожих комплекта, и один я оставила себе, а этот решила продать. Ну, как-то так получилось, я купила один, потом я увидела этот. Еще немаловажную роль сыграла моя мама, сказала, ты что такая, такой ужас, это гигантские чашки, это смотрится некрасиво. Ну, в общем, я решила, что два у меня не будет, хотя бы один отошью. Так, это 295 рублей от Элла Артис. Так, и от Элла Артис я еще решила продать вот такой кубик. Золотые снежинки называются, золотые на красном. Здесь всего 4 цвета бисера, они указаны. Я делала кубик, можете порыться в моих видео, посмотреть. Я не уверена, что я захочу сделать еще один кубик. Но я получила удовольствие, насладилась, все. Больше не хочется. Так что вот, эта работа стоит 160 рублей. Так, дальше. Княгиня Ольга. Я увидела у Татьяны Троян, она шила вот такой рюкзачок, по-моему, Елена Таран показывала этот рюкзачок. Она мне сказала, Таня, у меня нет такой заготовки, я ей написала, я купила эту заготовку, в общем, даже не подумав, как я ее буду переправлять, подумала, нет, вышью и отправлю Татьяне Троян, да, а она, кажется, не вышивает вышитые заготовки, не пришивает в свои сумки, в свои изделия. Татьяна Троян есть в Одноклассниках, в Инстаграме, девчонки, это безумной красоты и качества изделия из кожи, это кошельки, косметички, сумки, рюкзачки. Просто посмотрите, просто обалдеете. Я вам серьезно говорю, это профессионализм высшей степени, да. Кустарщиной там даже не пахнет. Это все прям вот на уровне производства.
И она делает все это с вышивками, с заготовками под вышивку. И вот я хотела такой рюкзак. Я даже нашла уже кожу таких цветов. Думала, сошью здесь или закажу. Ну, в общем, решила я продать этого совенка. Ребенок подрастает уже, все, выходим мы из того возраста. 195 рублей стоит этот совенок. Размер самой вот этой работы чуть-чуть больше формата А4. Здесь 16 цветов бисера. Бисер не указан. Но сколько я видела у Татьяны Троян вышитых этих совят и эти рюкзачки в одноклассниках, они все разные и все безумно красивые. Ну, безумно красивые, потому что каждый подбирал бисер под себя, видимо. И, в общем, ну, загляните. Безумно красивый набор. Как мне светло. Так что я вот тут вздыхаю вам, а кому-то не нравится. Простите, если кому-то не нравится. Конёк 285 рублей. Этот производитель напечатал нам артикулы бисера. Артикулов здесь 21, предлагаются стразики прециоза. Вот стразики пришиваются, собственно, вот в эти белые звездочки, да. Хотите, пришивайте, хотите, нет. Вышивки очень много, это формат А3. А называется «Астроном». Я покупала его своему сыну. Мы когда-то ему подарили на окончание начальной школы шикарный телескоп. Периодически мы смотрим в телескоп, но мальчик уже подрос, и уже такие картинки ему не очень подходят. Но если этот астроном не продастся, я его очень хочу вышить. Он красивый, прекрасивый. Я думала, покупать его или нет, вынашивала эту идею. И все-таки я его купила, потому что нравится он мне. Здесь зашивки очень много, не вышивается только небо. На небе вышиваются, небо, но и вот эта штука не вышивается. На небе вышиваются стразиками вот звездочки. Вот, да, цена 285 рублей. Так, от Марички. Цветочная полка. Очень красивая. Артикулы бисера указаны. Формат, ну, А3, наверное. Ну, мне кажется, чуть поменьше, чем А3, но неважно, А3. Сами видите этот сюжет, эти перчатки. Ну, вот моя мечта иметь дачу пока неосуществима. Дома я такой не повешу. Красивый сюжет, я вам его рекомендую, потому что мне он нравится. И еще один сюжет от Марички, 276 рублей. Ну, они, собственно, оба 276 рублей, но давайте по 280 их округлим. 4 рубля значения не имеют, да? И здесь указано и количество бисера, и артикулы бисера. Просто я вам не могу посчитать, его очень много. Очень много. И здесь то же самое, да? Надо посчитать. Ну, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Здесь не меньше. Вот это называется на прогулке. Тут называется цветочная полка. Ну, вы видите, да, это разноцветие, это красота. Безумная такое будет феерия цветов. Ну, вот. Да, велосипедик это тоже я решила продать. Хотя, я же говорю, над каждым своей заготовкой я думала. Сорвалась на кашель, простите. В общем, следующие заготовочки. Их осталось немного, уже все, видео заканчивается. Потерпите. Это от Баттерфляя весенние маки. Вот так они выглядят. Весенние маки стоят 198, 200 рублей. Размер 16×17. Полная зашивка в круговой технике. Та же история. 16×12. Калибри называется. В круговой технике. Нет, здесь не круговой, здесь шов назад, иголка. Но вот тоже очень интересно. В разных направлениях вышивается этот бисер, и очень красиво будет смотреться. Здесь 198 рублей, артикулы бисера не указаны ни здесь, ни тут. И, да, вот если кому-то хочется поближе, я поднесу. Здесь только заготовочки. И есть еще вот такие тюльпаны, тоже полная зашивка. Тюльпан 17×12. Круговой техники. И к этому тюльпану мне присылала иголочка бисер.
Бисера здесь довольно много. Она тоже 198 рублей. Но если кому интересно купить его с набором, я взвешу этот бисер и посчитаю, сколько будет стоить с бисером. Ну, я тоже так думаю, что сейчас, если 200 рублей стоила только заготовочка мне, то еще рублей 300 бисер. В любом случае наборчик будет рублей 500 стоить. Ну, я могу ошибаться. Бисер может и 250 стоить, да? Так что вот еще от Butterfly. Очень красивые. Есть 3 заготовки. Так, ну и последнее я уже это покупала здесь у нас, в Санкт-Петербурге. Вот таких два ярких, красивых петуха от Калибри. Ой, простите, ну что Калибри? От Каролинки. Этот петух полная зашивка, формат А4, указаны цвета бисера и ниток, 18,5 на 24,5. Тот же размер. Тоже указаны артикулы бисера, но зашивка не полная, не вышивается. Эти петухи обалденски будут смотреться, мне кажется, в деревенском доме или в домике, в дачном домике, да. Настолько яркие, красивые цветы. Здесь отличная проработка. В этом количество цветов, ой, не скажу даже, вам не посчитала. Очень много, сейчас посчитаю. Вот здесь петух с курочкой, здесь 21 цвет, здесь только петушок, здесь 17 цветов бисера. Поверьте, проработка очень красивая, и вы не пожалеете, по 100 рублей я продаю эти две заготовки, они мне обошлись, по-моему, если не ошибаюсь, по 170, по 180, ну, в общем, я их продаю. И еще две работки, я тоже, честно говоря, хотела вышить, это от Алисена. Такая барышня готовит, вышивается кафельный пол, ее костюмчик, книга, рама и кухонный, вот вытяжка с кастрюльками, да, вот здесь вышивается. Формат А4, артикулы бисера не указаны. Так, сколько цветов бисера предлагается? Все спрятано, ничего не углядеть, ну, неважно, да? Вот, очень красивая девица такая. И вот эти кастрюльки, такие забавной кастрюли, сверху такой, ну не знаю, кто это, да, руководит, повар, птичка такая в шапке, в поварской колпаке, тоже формат А4, ну чуть поменьше, чуть-чуть, может быть, поменьше, 16 артикулов бисера, вернее, цветов бисера, артикулы не указаны, единственное, здесь штуки, и я вот написала, это сколько это в граммах, потому что, ну, разделила, потому что, ну, видимо, готовилась уже к вышивке этой работы, но решила продать. Тоже по 100 рублей я продам эти две заготовки. Вот, собственно, и вся моя расхомячка. Если вам все это интересно или что-то из этого интересно, пишите мне ВКонтакте, в личном сообщении, будем с вами договариваться. Надеюсь, я вас не сильно утомила. Я с вами сейчас прощаюсь, до новых встреч и пока-пока.